Всем доброго дня. Вон осень постучалась, как говорится, к нам в двери. Травы стало мало, но пока еще есть. Дай бог до конца октября будет она. Потом все дружно переходим на сено, включая гусей. Гусь, как видите, держит стоечку, как и коза, коза наша Лара, все остальные в ожидании. И по тропе не пускают. Тем временем, пока я рассказываю. Вот такие они. Важные и гордые наши гуси. И не менее вредные наши козы. Всем хорошего настроения. До свидания. Хорошего дня вам.